Ого, Калюнь! Там, наверное, крокодил идет. Дуплетик! Ух! Блин, жаль, что не смог отснять крупным планом. Ты понял, Калюнь? Клюнул на опарыша. О, тоже две! Калюнька дуплетик вломил, как и я. Я дуплетик, и он не отстает, тоже дуплетик. Че, одна на червя, а другая на опарыша? Приятственно, Калюнь, да, тащить таких здоровых. Кажется, что там килограмма два, да? О, Калюнька уже следующую тащит. Хорошая, хорошая. Молодца. Поздравляю. Всем привет. С вами Стофики и компания. И я Саня. Мы с Калюнькой выехали на рыбалку. Сегодня у нас суббота. Ну, ребят, ну точно. А как еще не отдохнуть после большой трудовой недели? Это, конечно же, с выездом на природу. Ну, в нашем случае это на рыбалку. Встали мы в 6 часов утра, а в 7 часов мы на снегоходе выехали на нашу любимую реку Печора. На наше место, где мы рыбачим. Вы, конечно, спросите, а почему не на другое? Ребят, ну пока здесь клюет хорошо, да и ехать недалеко, буквально минут 5-10, и ты уже на месте. От города это место находится где-то в километрах 4-5, поэтому зачем далеко ездить? Ну, единственное, конечно, что клюет не так, как где-то там подальше. Но наш, как говорят, везде хорошо, где нас нет. Но у нас здесь этого нет. У нас приехал, и ты знаешь, как она себя ведет. Это наша рыба. А Печора нас радует хорошими экземплярами. Вот сами посмотрите. Кстати, приехали же мы ночью, еще темно, но попали на свои лунки. Вот его одна лунка, прям рядом с ней прострелился. Калюнь, убери ногу. А вот вторая. И вот моя, одна и вторая. Ну, мы сегодня чуть-чуть по-другому сидим, друг против друга, чтобы было интересно наблюдать друг за дружкой. Хотели взять, конечно, с собой наших любимых собак, но не взяли. Это Марика и Нюшку. Вот они перед вами на ваших экранах. Ну, они уже побегали. В этом году они первый раз выбежали и потягали за собой нарты. Пробежались они и прогулялись. Отлично, собаки прекрасные. В общем, ну мы души в них не чаем. Классные собачки. Погода у нас сегодня тоже отличная. Как вовремя. Кстати, ребят, здесь вот недалеко от нас, ближе к берегу, ну где-то от нас будет в метрах 15-20, сидит мужик, рыбачит в палатке. Палатка тоже куб красного цвета, но однослоечка. Я зашел к нему, посмотрел. У нас, кстати, еще не клевало, а у него уже было где-то штучек 4 сорожен. Сорога такая хорошая, тоже, как и у нас. Сорога это та же самая, как у вас, плотва. И при мне как раз он вытаскивал одну сорожку. Отснять он мне не разрешил. Ну, не разрешил, так не разрешил. Когда он вытаскивал, я увидел, что глубина точно такая же, как и у нас, рыба такая же, но ловит на червячка. Почему? И мы зарядились тоже половить на червячка. Но у нас больше проклевывает, конечно, на опарыша. Сегодня мы ловим на опарыша, на червяка, и я взял с собой болтушку. Кто не знает, это манка. Вот на этой удочке у меня снасть такая.
вольфрамовая мормышка тяжелая, на ней у меня опарыш, а вот на этой удочке у меня светонакопительная мормышка большая, на ней у меня болтушка, чуть выше светонакопительная маленькая мормышка желто-зеленого ядовитого цвета, и на нем у меня опарыш. Ну и сами видели, мы уже подняли по одному дуплетику. Жаль, конечно, что я не смог отснять, но ладно. Вот. Сорожка начала поклевываться. Участились уже поклевки, а то были очень-очень реденькие. Где-то 1-2 поклевки в минут 20. То сейчас уже намного это эффективней, потому как у нас уже рассвело. Сейчас у нас 10 часов времени утра. Сидим мы в нашей палатке 4T Long, как в хоромах. Отлично, тепло, со шмелем. Оба-це, ясь. Как вы уже видели в прошлом видео, то есть на прошлой рыбалке у нас начало клевать где-то часиков с 10 и до полпирого. Ну что ж, посмотрим, что у нас покажет сегодняшний день. Смотрите нас, держите кулаки. Когда клюет, ей пофиг на что клевать. И на любую оснастку. Красота! Шикарная рыба, шикарная. А здесь все манка шпарит. Когда у нас клюет, ребят, то клюет. Красава, хороша. О, вот она, красавица. И она мне нравится. Кто-то к нам подъехал. Калюнька через неделю уезжает в командировку. Так что на следующие выходные мы еще разочек съездим на рыбалку. И все. Я его не увижу аж до конца января. Он пролетит аж где-то во второй половине. Надеюсь, в январе я его и уболтаю съездить куда-нибудь подальше. А то он все не хочет и не хочет. Говорит, что снегоход еще обкатку не прошел. Да лучше всего ехать в паре. Ну, конечно, оно так и есть. Покуда обкатку не прошел, то лучше всего, конечно, съездить в паре. Но я думаю, с кем-нибудь в паре мы и сможем съездить также на наши... Красота. Дальние места — это на средний шар, на рынзер, ну не знаю, там на удачку чуть поближе. Если вы посмотрите по записям, то есть там у нас, где мы хорошо ловили в этих местах. Тут у нас рядом с палаткой супруг с супругой обосновались, сидят, тоже рыбку ловят. Вон какая. Все, собираемся и едем домой. Удочки у нас стоят, кивки не шевелятся, рыба перестала клевать. Скажем нашей любимой реке Печора большое-большое спасибо, до свидания. Все, смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофити и компания, и я, Саня. До новых встреч! Пока.